Как только прошла подмосковная акция «Наш лес, посади свое дерево», зеленые насаждения стали редеть. Жители дома номер 5 на проспекте Мельникова не досчитались нескольких саженцев. А в интернете появился ролик, на котором запечатлен момент похищения растений. На кадрах видно, что, проходя мимо клумб, женщина останавливается, вытаскивает из земли цветущий куст гортензий, прячет в детскую коляску и отправляется дальше. Управляющая компания «Жилищник», которая следит за прилегающей к домам территории, отреагировала незамедлительно. На месте пропавших растений посадили новые. Жительница решила вновь в высаженном сквере, наверное, одолжить у нас немного кустарников и забрала, соответственно, с данного сквера два куста. Мы не остались равнодушными, во вновь высаженном сквере мы вернули эти кусты на место и хотим как бы сказать жителям, что если вам необходимо или вы не успели посадить дерево, а вы этого очень хотели, то мы готовы оказать содействие нашей управляющей компании, и мы готовы жителям представить саженцы, чтобы они досадили, чтобы их удовлетворить. То есть для этого не обязательно идти выкапывать во вновь высаженном сквере кусты, мы готовы их представить, просто надо позвонить в свою управляющую компанию, и мы с радостью поможем. Ну а местные жители настроены к провинившимся соседям менее лояльно. Это варварство, я считаю. Это воспитание такое, наверное, в крови у людей. Сажали цветы, кустарники, а сегодня их стали выкапывать. Представляете, вот как вы считаете, вот кто это делает, зачем вообще? Не знаю, но это безобразие. Химчане надеются, что театральная аллея на проспекте Мельникова, которую торжественно открыли во время акции «Наш лес», все же останется зеленой зоной для отдыха и прогулок, и со временем станет только лучше.